Папа Римский Франциск прибыл с пятидневным апостольским визитом в Колумбию. Жители этой латиноамериканской страны встречали главу католической церкви с надеждой, что он поможет преодолеть острый политический раскол в обществе, который возник после заключения мирного соглашения между марксистской революционной группировкой ФАРК и правительством страны. Соглашение призвано положить конец гражданской войне, длившейся полстолетия. Кровопролитный конфликт унес жизни свыше 200 тысяч человек. Миллионы стали беженцами. Многие колумбийцы возмущены тем, что боевики ФАРК получили амнистию, а некоторые из них даже могут стать депутатами парламента. Отправляясь в Колумбию, понтифик заявил, что поддерживает заключенный договор между повстанцами и властями, поскольку он ведет страну к миру. В преддверии приезда Франциска в Колумбии было подписано новое соглашение о прекращении огня.